Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно лайк поставьте и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике точно будет твой состав. Вот, досмотри до конца обязательно, а мы поехали. Да, ребята, и сегодня, конечно, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все платиновые и все полностью прокачаны. Ребят, кто хочет себе такой же топовый аккаунт, сотый уровень, кучу баксов, фундагена, любого персонажа, подписочку Додзе, ссылочка в описании есть на нашего подписчика, пишите ему, и он вкачает вам аккаунт, говорите, что от команды Detol, и вам будет бонус, пишите, количество бонусов ограничено. И наслаждайтесь игрой так же, как команда Detol. Ссылка в описании. Так, да, все верно, мы погнали в турнирную арену Лигу Мастеров. Сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто этот счастливчик? Так, а это у нас Мистер Геймер. Пожалуйста, возьми мой состав. Загадка, все сделал, подписался, как поставил. Он победил Супер Шреддера. Так, это же Лео, да, у нас? Тот, да, это наш Леонардо. Лео, улыбчивый лидер команды, самый первый и самый лучший из черепашек-ниндзя. Кто так считает? Напишите в комментариях. Так, ну она типа вампирша. Угу. Вот это загадка. Шинигами, понятно. Да, шинигами. Я вот только не помню, где она там, пораньше что ли была или попозже, как ты думаешь? Где она? Шинигами, шинигами. Вампирша. Наша. Бледнолицая. Вот она. Вот она. Вот так, есть. Отлично. Он дрался с Лео. Мне интересно, многие с ним дрались. Да, я думаю, это Раф драчун. Ой, блин, здесь ответы есть внизу. Я открыл сообщение, там такое длинное, знаешь. Здесь ответы прикольно. Есть. Лео мульт с шинигами и Раф мульт, все правильно, супер, супер. О, нифига себе, красава, прям четко разгадал, так что даже не считает, что мы подсмотрели. Не, не считается вообще, я даже не, честно не видел. Так, а где Рафик-то у нас? Рафик у нас такой злобный, где-то он должен здесь быть. Я вот что-то, наверное, пролистал его, мне кажется, далеко уже ушли мы. Или он в самом начале? Да, уже. А, вот он, поехали в бой, ребята! Не забывайте, чтобы в видосик попасть, все просто, нужно поделиться этим видео, прям кнопочка поделиться под видосом есть, отправляйте своим друзьям в WhatsApp, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Вайбере, не знаю, где угодно. Конечно же, ставьте лайк и пишите ваши загадочки в комментариях, все просто. Все очень легко, и у нас шинигами сейчас наносят первый удар, и по Эйприл, конечно же. Да, нашу хиллершу надо сразу же кусаригамкой. Мне нравится очень эта кусаригама. Сейчас мы ей, бам, одноглазой кусаригамой вот так очень вот зарядим. Неплохо. И Лео ее добьет. Я думаю, обычной атакой даже можно попробовать это сделать. Да, вот так вот обычной изи атакой добиваем. И у нас Майки, конечно же, как и всегда, использует свою любимую вот эту пассивочку и снимает дебафы, вот колечко его любимое. А давай провокацию заюзываем от Рафа. Мне кажется, это будет просто вовремя. Да, давай оскорбим. Поехали, да, оскорбление. Будут его атаковать, а он у нас контратаку любит. Ой, как любит контратаку, ребята, на крите-то. Ой-ой-ой-ой, вот это будет бить. Так, ну что же, вот и первому, кому достается, это доктор Рокель, 3123 урона, очень хорошо. А вот Донни решил защиту апнуть, ну понятно. Ну давай его и атаковать, или доктор Рокель будем добивать. Так давай по Донни, мне кажется, сейчас хорошая будет атака, смотри, постепенный урон. И... очень хорошо. Бибоп очень Бибоп мощный. Тебе стреляет по кому по рафандах. По кому еще по раф, только ну да. Фух, 4000 крит, вот это хорошо. Вот это я понимаю. Ну что, добьем или постепенный урон помучает? Пробить, давай бибопа добьем. Ну давай бибопа, окей. Давай обычный с кританем. А, не сможем защита, не увидел. Не, эх, я защиту там. Так, Майки теперь у нас прессует раф, и раф в ответку рвется. 4-498, раф, конечно. Просто... да, Раф мощный. Промазал? Зи. Промазал? Как так-то вообще это получилось? Это очень было прям эпично, ребята. Рафи так хорошо бил и промазал. Оп. Ну смотри, Бибоп сам нарвался на то, чтобы его добил именно Раф. И Донни теперь мощную атаку. И в ответ сейчас получит 230. Да, постепенно урон, мне кажется, его добьет. И доктор Роквилю осталось совсем чуть-чуть. Ну, придется мощный прям, потому что а куда нам ее использовать, ты еще правильно? 8000 да, крит. 200. И Майки у нас массовую атаку использует и тоже обрек себя на уничтожение через контратаку. О, вот а так нет. Вот.
Смотри, еще живут, они еще живут. Как так вообще получилось? Джущи какие, а? Бам, да, контратака. И пока-пока. Что у нас? Мощную, прям супер мощную атаку от Рафика используем. Слушай, ну Раф вывез, конечно. Его можно было одного оставить на своей контратаке, он бы здесь и так со всеми справился. Да. Чётенько, ребята, можно выбрать следующий состав от нашего подписчика. Слушай, а мне интересно провести эксперимент. Давай возьмем одного Рафа и пойдем в катку. Реально? Ты прикалываешься, что ли? Не, ну это потом попозже. Ребят, кто хочет, напишите, проэкспериментируем с врагами. Так, а у нас следующий составщик от Dark Souls. У Dark Souls у нас вообще часто попадает, дружище. Вот это ты lucky man. Привет, пацаны, я очень хочу попасть в следующее видео. Но так и получилось. Все сделал, вот мой состав загадка. Блин, красавчик. Слушай, красавчик, видите, ребят, кто часто пишет комментарии, чаще попадает к нам в видосы. Так что пишите под каждым видео, и все, и 100% будете залетать чаще, чем остальные. Да, ребята, все очень легко. Так, умные мозги в роботе. Угу, есть такие умные мозги у нас. Где они тут? Мозги были где-то здесь рядом. Слушай, сместились мозги у нас подальше, вот они. Так, весельчак Космос. Весельчак, это что, майки, что ли? Ну, это, кстати, майки, да. Он совершенно не веселый, смотри, что с ним. Это он, типа, угорает или что? Так. Не знаю даже. Умная обезьяна. Есть такое. Так, спасибо, что снимаете обезьяна. Такие классные видео, написал нам Dark Souls. Спасибо тебе, Dark Souls. Огромная. Так, умная обезьяна. Сейчас мы его возьмем. Роквелек-то, а? Где он, наш обезьян? Мне кажется, он в начале был, нет? Доктор Роквель, доктор, ну, Роквель. Да, где он же где-то... Роквель? Где он? Муха есть. Не, он, кажется, где-то в самом начале заныкался здесь. И мы его постоянно листаем. Я постоянно рожу вижу. Так, во, я же говорю, постоянно она, вижу. Отлично, погнали в бой. Погнали, ребята. Обязательно подпишитесь, поделитесь, лайк поставьте и напишите свою загадочку в комментариях, а мы будем разгадывать, конечно же. Так, ну что у нас? Эйприл здесь у противников, так что давай с нее и начинать. Так, а что у нас мощненького? Давай прокатимся на нунчаках красиво, вот так вот, с вертолетиком. Давай. Вот, полетели. И... 5-200? Ну, нормально. Хотя написали слабо. Ну, было нормально, да, по факту, реально. Ну, не, точно не слабо. И что у нас? Доктор Роквель пошлепает кого? Давай выберем. Это будет, наверное, все-таки Крис Брэдфорд, да? Шлепанем его. Да, давай Крис Брэдфорд, да. Хорошо. 2200. И теперь у нас Майки рвется в бой. Кому интересно, он будет Роквель? Ничего себе. Понятно. Опа, защита. Вот это очень плохо, на самом деле. Потому что будем долго очень фатить. Нам нужен пробив хорошей защиты. Еще и меткость понизили. Это за что вообще? Да. Еще и массовая атака. И смотри, сейчас все хелсы снесут. Бывает же так, такое. Так, что, давай Майки теперь рвется в бой. У нас же вот это не массовая, да? Не-не, это обычная атака. Джовоксианский пирог полетит у нас в бой. Поехали. Да, это для тех, кто хочет попрактиковаться в чтении непонятных фраз. Да-да-да, пожалуйста, вам сюда. И мимо еще, ну ты смотри, за что такое вообще у нас? Не можем ни атаковать, ни защититься, просто мажем под защиту еще. Мимо. А, ну у нас меткость понижена, поэтому все, в принципе, понятно. Нет, это понятно, что она понижена, но долго ли мы так будем атаковать? Вот в чем вопрос. Да, согласен. Так, и здесь Майки снял дебаф или иммунитет повесил, да? Ты смотри, этот еще атаку повысил, ты издеваешься, что ли, Крис? Так, что творит? Атака против нас летит. Мы здесь проиграем еще, мне кажется, такими темпами. Все может быть, все может быть. И Крэнк атакует Крис Брэдфорда. Ура, попали. Еще рано. Попали, мы попали, представляешь, первый раз попали. И, мне кажется, эту катку еще раз попали. Хорошо. И Маузер, что ли? Маузеров отпускает. Ого! Очень больно, ребята. Так мы проигрываем? Жестко проигрываем. Очень сильно проигрываем. Что нам делать-то? Крис Брэдфордскую атаку использовать? Кстати, она мощная, да? Ну, давай, кстати. А, она разрушитель. Не-не-не, она массовая, так нельзя. Мимо еще. Блин, он один остался. Надо отбиваться. Надо как-то отбиваться. Не, давай до конца. Давай до конца драться. Я не знаю, давай массовую, наверное. Да, наверное, массовую придется использовать, ребята. Это последний спасительный наш круг, потому что они нас задушат. Все, используем. Ну, давай, да. У нее, смотри, защита есть. У нас хотя бы маленький шанс появится. Ребята, противоречим своим правилам, но мы хотим очень победить. Для нас победа — это главное, и поэтому вот так вот массовую атаку используем практически. Все, больше у нас ее нету, будем отбиваться своими силами, что поделаешь. Да, против нас массовая атака, но у нас только один.
И Майки должен спасти эту катку. Так, я думаю, вот эту мощную атаку используем, да? Полетим, давай попробуем. Побежим и хотя бы одного с собой заберем. Потому что явно мы обречены... Ух, 9000, ничего себе, надо было Бакстера Стокмана атаковать. Так. О, единичка, это хорошо. И Майки нам не противник хорошо. Здесь. О, давай вот этого нашего... Джебоксерианскую киксовину. Именно его, вот эту дрянь. Да, давай, полетим. Полетел, вот так вот. И, о, 2000, заблокировал способность. Слушай, ну у нас еще все шансы. У нас еще прям все шансы есть победить. Это а красота. Все вешает и вешает защиту от дебафов. Боится все. И Бакстер Стокман рвется в бой. Защиту повесит. Это, кстати, игра. Оп. Может очень сильно нам подпортить жизнь. Не, мы справимся один на один. Майки против Майки. Космический против криминального. Кто кого, ребята, ставьте, делайте свои ставочки, пишите в комментариях. А мы сейчас раз и его добиваем. Победа! Что, ребята, вот это был серьезный бой, конечно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда ТО. До новых встреч в новых видео. Пока. Пока.